минут 10 посидел, отдохнул. Спина, блин, болит еще со вчерашнего дня. Как ни одно, так другое. Продолжаю ехать. Анна Мусиевка. Сегодняшний маршрут немного повторяется моим маршрутом к Соленому. Вплоть до села Микола Мусиевка, там буду сворачивать. Магазинчик, но мне пока не надо. Дом прикольный. Я его пришел, буду фоткал. Та тихо ты, блин. Ну и гавкай. Еще какой-то домик прикольный. Так, ну, в принципе, выезд из села. Дальше у нас должно быть Иверское, насколько я помню. Так, ну что, по крайней отвратительной дороге добрался до Иверского. Эту дорогу еще помню с прошлого года. Дальше будет получше, конечно. Так, здесь участок неприятный. Проехал 69,4, больше половины пути. 62,5 ехать осталось. Микрофон вечно спадает. Вот сразу на подъезде. Памятник. Сейчас направо. Проехал село довольно быстро. Следующий, по идее,
на Колу Мусиевка должна быть. Ветер поднялся опять. То я повернул ему навстречу, не знаю. Но едется более-менее нормально. 25 сейчас еду. Неплохо, короче. Подъезжаю к Миколу Мусиевке. Обещанное мое село, которое меня просили снять. Следующая поездка, кстати, будет в Высокополье и Потемкино. Херсонская область. Меня Потемкино тоже еще с прошлого года просили снять. А у меня все никак не выходило. Так что обязательно будет в следующий раз, как я поеду. Не знаю, когда это будет. Главное, чтобы погода не подвела. А то там тоже много грунтовок. Если дождем зальет, фиг я куда проеду. В общем, будем смотреть. Так, ну ладно, это у нас Микола Мусиевка. Можно сказать, въехал в село. Сейчас на какую-то улицу сверну. Так, не по идее туда, но что-то там домов толком нету. Да, мне сюда надо. Я его непонятно как объеду. Это село. Думал, тут улица. Это вот что прислал. Может, улица и есть. А, ну, в принципе, еще более-менее хоть засниму. Мне тут ехать, фиг его знает. Как-то так, наверное. Вот еще село продолжается. Чистенько ухожено, чтят память жители села. Красный грунт,
прям как крем рагу. Интересно, конечно. Так, ну вроде все, село закончилось. Все, что мог снять, снял. Едем к Мирополю. Тут еще, правда, домики разрушенные есть. Наверное, село тянется еще и до сюда. А, плохо, наверное, будет видно, не за деревьями. Много домов разрушенных. Надо уже где-то становиться серьезно так покушать. Наверное, за Мирополем стану. Так, ладно, я понял, ветер теперь будет встречный очень долго. Ветер, блин, ё-моё, вот это свернул. Еле еду. Сейчас какая-то балка вниз, потом вверх. Может, вверх пешком пройдусь, чтобы против ветра не накручивать. Посмотрим. Красиво, блин. Да чего ж красиво. Люблю такие пейзажи. -26 градусов, кстати, уже на термометре. 78 километров проехал. А тут бы стали где-то поесть. Интересно. Какое-то болото тут. Что делать? Сколько, 54 ехать? Не, еще чуть дальше проехать. Заехал на горку, где заехал, где пришел. А тем временем 27 градусов уже. Фу. Это да. Май, блин, что сделать. О, пошел спуск небольшой. Тоже, наверное, Мирополь видно. Ну да. В этом селе я первый раз. Не приходилось бывать сюда вроде. Церквушка какая-то видно. Там то ли столб, то ли речка, не знаю. Спокойно, все равно понести.
Наверное, все закончилось. Где-то надо искать место для, что там, 10 часов поздний завтрак, можно сказать. 10:37 даже. Опа! Сейчас где-то тенек найду. Вот это самая худшая дорога, которая у меня была за сегодня. О. Ужас! Короче, это дорога с Мирополя до Александровки. Закончилась та фигня. Тут поворот на Александровку. А место покушать я так себе и не нашел. Везде солнце шмалит. Как бы не пришлось за Александровку вставать. Может, тут вроде никто не ездит. Тенек хоть какой-то. Наверное, так и сделаю. Сегодня на завтрак будет тунец и бутерброды. Думаю, мне хватит. Все, короче, отдыхаю. Минут 15, наверное. Та продолжаю ехать. Спина, зараза, болит, блин. Вчера как схватило, так и до сих пор. Фу, старею, блин. Да не, работа просто сидячая. Оказывает свое влияние. Так, ну что. Отдохнул, поел, даже немного полежал. Мусор вроде собрал весь. Сейчас прикину, сколько, то есть куда мне ехать. Сколько, вот 49.4 остается. Значит, будет сейчас Александровка. Я так догадываюсь, что это еще Солонянский район. После Александровки. Так, куда меня заведет дорога? Ага, в Менделеевку. Менделеевка. Проеду мимо Дружбы. Давно заброшенное, разрушенное село. Никопольский район. Потом будет Охотничье. За Охотничьим будет Бадинская, да, правильно. Потом по асфальту доеду до Лукиевки. После Лукиевки поеду. Так, куда я тут поеду? Высокая, да, все правильно. За Высоким уже точно будет Новоивановка. И потом Першотравнево. Вот еще будет целая куча сел. Так что едем. Скажи, село началось. Один дом был. Небольшое. Сейчас буду сворачивать. Thank you.
все, в принципе. Все село. Какие-то руины впереди, а тут очень много курганов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Нифига себе. Камера, наверное, не возьмет все, они мелкие. Ну, блин, 9 курганов это на такой площади. Что-то сильно много. Наверное, не курганы, а более современная насыпь. То, что сильно длинная с этой стороны. Тут тоже какие-то руины. Фермы, наверное. +29 градусов уже, это пипец. У меня уже руки горят. Еще черную футболку одел. А ну, блин, жарко, бля. Тут вообще ни единого деревца нету. Поле. Степь. Без тенька. Жарко. Ужас. Хоть ветра нету. Встречного. Легенький обдувает, наверное, боковой. Я уже вижу Менделеевку. Фу, какая плохая грунтовка была. 2 раза чуть не упал. О, ветер, блин. Я его ждал уже. 31 градус, ё-моё. Повышается и все. Вот это майский денек, 1 мая. Кстати, с праздником. То я как-то забыл. Проеду немного по селу, поснимаю. А то один раз тут был. Снимал на старую камеру. Сейчас обновлю. Башня так и валяется. Тоже. Когда я тут был? В 18-м, кажется, году. Как валялась, так и валяется. Все, объехал село. Сейчас еду дальше. Фух, печет, блин. Село Охотничье. А как же мне поехать? Я не знаю. Ладно, поеду так. Как нарисовал, так и буду ехать. Мне бы магазин найти. Было бы классно. В прошлый раз тут катался, не находил. И сейчас не найду. Сейчас опять на горку, блин.
все еще охотничья. Только еду по другой улице. Сейчас ищу дорогу к Лебединскому. Дорога будет грунтовая. Ух, жарко. Отвык от жары. Что ж я вечно какую-то кривую дорогу выбираю? Была ж там нормально, чего не поехать? Что-то рыли, блин. Какие-то насыпи. Где ж дорога? А, вижу. Так себе дорога, конечно, тоже не есть. Ой, как жарко, ё-моё. Если кто знал. Доехал до Лебединского. Была очень большая, вернее длинная, грунтовая горочка. Полпути прошел, полпути проехал. Сейчас я, значит, поеду вокруг села, а потом заверну и через все село проеду снова сюда. Цепь от пыли уже пищит. Кажись, сюда. Такое село тоже прикольное. Первый раз был, понравилось, в принципе. Кстати, ровно сотка уже есть. 32 остается. Где-то срезал чуть-чуть. А нет, 101. Не все правильно. Все, еду к Лукиевке. Уже, в принципе, 3 села осталось, и 4 время. Так, выезжаю на трассу. Блин, я даже не знаю, что хуже. Жара, ветер или плохие дороги. Или все вместе. Ух, тяжко так. Ой, бляха, муха. Когда ж у нас дороги будут нормальные? Хрен его знает. Отдохну чуть-чуть. Еще скачу, наверное, шикарное. Блин, если бы не спина. Ветер
не ветер, ну блин. Когда она у тебя болит, это ужас. Или кто у нас стоит? А я пока отдохну. Ну то сейчас горка, блин, надо сил набраться. Вот так катастрофически заканчивается. Ехать еще 25 километров. Если в Лукиевке магазин не найду, надо переться до Высокого, там вроде был. Если там нету, то что в Ивановке. Придется воду покупать. Набрался до Лукиевки. Надо искать магазин по-любому. А то я не доеду. Есть, конечно, большой соблазн поехать сразу на Новую Ивановку. Прям по дороге. Ну ничего. На Новой Ивановке, в принципе, в любом случае должен дотянуть. А там уже куплю попить, если вдруг тут не найду. Потом ехать 23 километра, по сути, фигня, но по факту затруднительно. Плюс еще тоже спина, что давно не катался, что жара. Как я летом ездил, не знаю. Где-то тут памятник должен быть здоровый. Тоже надо сфоткать. Вот. Предпочту снова грунтовку. Она хоть помягче. Людей никого нет. Ну, за ветром хоть более-менее ехать можно нормально. Это с этого Лебединского, ой, как трудно было. Ветрище. Оно хоть освежало, конечно, но... Это пипец, как я там долго ехал. Вот, 31 градус уже, пожалуйста. Нахрена? Не прошло и минуты, уже 32. Куда ж ты печешь, что так? Фу. Еще магазин. Я сказал, вроде где-то есть. Тут что ли? Все, взял литруху воды. Или труху класса. Теперь заехать точно хватит. Опа. Скоро будет мой поворот. Дальше опять грунтовки. И всего высоко будет. Уже когда-то давно обещал приехать. Так, сворачиваю. Фу, жарко, конечно. Ё-моё, с того кусок. Сколько воды было. Пипец. Вот это да. Вот это да. Печально. Даже фотку сюда вставлю. Сколько тут было воды, лебедь плавал. Пипец, конечно. Красиво, бляха-муха. Надо тоже фотку сделать. Фух. Пекло, конечно, страшно сегодня. И это еще не лето. Что ж дальше будет, интересно. Доехал до Высокого, 114 километров пройденное расстояние,
По идее, двадцатка осталась. Может, меньше. 21,2. Больше даже. Ну, я как-то не так должен был приехать. Ё-моё. Ну да ладно. Приехал и приехал. И на том хорошо. А теперь 16. Вот и все. 16 километров остается ехать. Чуть-чуть даже срезал. Цвет от пыли вообще пищит. Бесит это меня, как на старом драндулете. Хотя по факту старый драндулет и есть. 29 лет ему. Тут магазин есть, только закрытый. Это попадалось бы был для меня. Хорошо, что я там нашел. В Лукиевке. Да, квас делает свое дело. Такой прилив сил прям. Ехал вообще. Еле ехал, блин. Сниму село уже полностью. Распросили. Фильм попадет отрезочек села полностью, будет на втором канале. Я снова за него взялся и снова забросил что-то. Что-то мне леньки два канала вести. Все, дальше Новоивановка. Началась Новоивановка. Последнее село перед моим конечным пунктом. Селом Паршут Равняево. 120 есть. Сколько осталось, по идее? 12, а там кто его знает. А, 10,6. Срезал хорошо так. Еще могу срезать. Центр. Остается последняя серьезная горка. Черт, я знаю, что делать. А нам ветер в морду придется идти. Раз такие дела. Точно, что ли, старею? Леньки на горке заезжать. Хотя спина болит. Из-за этого не хочется. А сейчас проеду сколько смогу. А потом пешочком. А может и заеду, кто его знает. Посмотрим. Ох, ветер дает прикурить.
Еле выкручиваю, блин. Думал ехать все-таки 130, но решил мы его в баню сокращу хоть на пару километров. Это же невозможно, блин. Сейчас назад унальчиком поверну к селу. Красота наша местная. Это один, там дальше второй есть погуще. Ой, красота. Родные края начались. Вот это и думаю, насильно много ли я срежу. Сейчас 127 до 130. 3 километра даже меньше. Не знаю. Может вообще не срежу. Это хоть от ветра повернуло, то хорошо. Докрутил до села. Здесь мое традиционное место для прощания. Надо попить только. Доехал. Ну что, подведем итоги. Поездка была сложноватая, конечно, из-за спины в основном. Также было много ветра, много плохих дорог, немного бездорожья, немного хороших. Ну, в принципе, горки были, как вниз, так и вверх. Короче, стандартный набор для покатух. Значит, на следующей неделе, если будет нормально с погодой, еду в высокополье, как я говорил. Если будут дожди, но на выходных не будет, то возможно выйду на какую-то асфальтовую покатуху. Будем смотреть, короче. Ну, в приоритете высокополье. Ладно, я заканчиваю. Всем тогда пока. Сейчас я проеду еще, засниму немного село. И на этом все. А, да, в воскресенье еще буду возвращаться обратно своим ходом. Возможно, тоже поснимаю немного. Я буду ехать самой короткой дорогой, но так, может, сниму для приличия. Ладно, всем пока, до скорого.